Привет! Это видео о холодильниках. Уверен, оно будет интересно и тем, кто просто следит за развитием бытовой техники, и, конечно, тем, кому нужен новый холодильник. Мы возьмем модели одного из лидеров в сегменте холодильников, немецкой марки Bosch. И на примере семейства Bosch VitaFresh покажем, что действительно должно быть в современном холодильнике. Какие технологии эффективного хранения продуктов, какие дополнительные опции и удобства для владельца. Поговорим и о таком важном для любой современной кухни моменте, как дизайн. Для этого, в том числе, ближе познакомимся с холодильниками Bosch VarioStyle со сменными дверными панелями. Ну что, готовы к глубокому погружению в мир действительно современных холодильников? Тогда начнем. Обещаю, будет интересно, будет много свежести. Ну, холодильник — это же про свежие продукты и высокотехнологично. Холодильники Bosch VitaFresh — это большая семья моделей. Доступные модели серии 2, 4, 6 и 8. У них есть как общие черты, так и отличия. Сначала о том, что их объединяет. Во-первых, это технология No Frost в холодильном и морозильном отделении. Звучит уже привычно для современного холодильника, правда? Но все же представьте, вспомните, как это неудобно размораживать холодильник вручную. Здесь этого делать не нужно. Все размораживание автоматическое. Еще один очень важный момент, актуальный для всех холодильников Bosch VitaFresh – большой внутренний объем при стандартных размерах. Проще говоря, в холодильник помещается больше продуктов. Но увеличенное пространство на кухне для него при этом не нужно. Непосредственный объем, конечно, зависит от конкретной модели. Например, в самых высоких холодильниках Bosch VitaFresh высотой 203 сантиметра немцы достигли показателя 388 литров. Это на 25% больше, чем у предыдущих двухкамерных холодильников Bosch Snow Frost. Сделано это было за счет более современной теплоизоляции, которая позволила сделать тоньше стенки холодильника. Также, благодаря реализованным немецкими инженерами определенным технологическим усовершенствованиям, удалось увеличить полезный объем морозилки. В некоторых моделях он достигает 108 литров. Выдвижные ящики, к примеру, стали больше на 5 сантиметров в каждом измерении. Теперь в морозилку помещается больше продуктов длительного хранения. Стеклянные полки в современном холодильнике – это удобно и практично. В моделях Bosch VitaFresh, кстати, они выполнены из закаленного стекла и имеют специальную систему крепления, позволяющую плавно их выдвигать, даже когда они полные. Так что можно легко добраться до любого продукта. Однако есть одно «но». Стеклянные полки, они ведь мешают полноценной циркуляции холодного воздуха в холодильнике, равномерному распределению температуры и влажности, которая важна для качественного хранения продуктов. Эту проблему в холодильниках Bosch VitaFresh решает технология Multi-Airflow. Система из дополнительного вентилятора и воздуховодов обеспечивает подачу холодного воздуха по всему объему холодильного отделения. Еще одно важнейшее преимущество, характерное для всех моделей Bosch VitaFresh – два контура охлаждения. Для каждого отделения он свой, и это правильно, потому что позволяет более точно контролировать температуру в отделениях, поддерживать ее, что в свою очередь приводит к более выверенной и логичной работе компрессора, а значит, к экономии электроэнергии. А еще нет опасности, что запахи из холодильного отделения попадут в морозилку и будут впитаны хранящимися там продуктами. Кстати, насчет запахов. Когда открываешь холодильник, должна ощущаться прежде всего свежесть, а не запах тех или иных продуктов или хранящихся в холодильнике готовых блюд. Именно этому служит во всех холодильниках семейства Bosch VitaFresh угольный фильтр AirFresh. Борщ – это, конечно, вкусно, но не обязательно, чтобы им пахло из холодильника тоже. Все холодильники Bosch VitaFresh можно устанавливать вплотную к стене, без зазоров, сзади и сбоку. Это стало возможно благодаря системе идеального расположения Perfect Fit. Современные технологии позволили убрать конденсаторную решетку, которая раньше мешала придвинуть холодильник к стене. Дверцы отделений при открывании также не требуют дополнительного пространства.
Даже когда они открыты на 90 градусов, контейнеры легко выдвигаются из холодильника. Им ничего не мешает. Теперь мы подошли к еще одной очень полезной, на мой взгляд, технологии, которая и дала название всему семейству холодильников Bosch VitaFresh. VitaFresh – это большая зона свежести с оптимальной температурой хранения, а также возможностью регулировать уровень влажности для максимально качественного и длительного сохранения свежести продуктов. Наличие зоны свежести VitaFresh позволяет увеличить срок хранения в сравнении с холодильниками без зоны свежести. И вот тут мы переходим к важным отличиям холодильников Bosch VitaFresh разных серий. К примеру, начиная с моделей серии 4, в зоне свежести появляется удобный разделитель, а уже в моделях серии 6 зона свежести становится технологически более продвинутой. VitaFresh Plus – это уже не только оптимальные условия для хранения овощей и фруктов, но и отдельные контейнеры с возможностью регулировать температуру в пределах нескольких градусов около нуля. Благодаря этому создаются отличные условия для хранения свежего охлажденного мяса, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, различных деликатесов. Свежесть, вкус, витамины – все это действительно сохраняется в продуктах дольше, если правильно их хранить. Для этого и разрабатывались технологии VitaFresh и VitaFresh Plus. Останемся в холодильном отделении. В холодильниках Bosch VitaFresh серии 6, 8 и некоторых моделях серии 4 предусмотрена специальная складная полка Garret Shelf. Благодаря ей становится больше вариативности в использовании внутреннего пространства холодильника. Можно или всю ее занять любыми продуктами, или сложить, и тогда появится место для хранения даже продуктов весьма внушительного объема, высокого торта или арбуза, больших кастрюль или банок. Компрессор – это сердце холодильника. Без него все это теряет смысл, и он превращается просто в железный ящик. Так вот, у модели Bosch VitaFresh серии 4, 6 и 8 он наиболее современный, инверторный. Достоинства инверторного компрессора в целом известны. Это в сравнении с классикой, как правило, более энергоэффективное решение. Холодильник расходует меньше электроэнергии за счет измененной, недискретной схемы работы. Повышенная надежность. Bosch дает гарантию на компрессор Vario-Inverter 10 лет. А еще, и это не менее важно, пониженный уровень шума. Например, у холодильников Bosch VitaFresh 4 и 6 серии шум всего 38 дБ, а у премиальной модели 8 серии вообще всего 36 дБ. Это очень тихо и будет, кстати, всегда и на обычной кухне, и в квартире популярного сейчас формата студио. Для управления холодильниками Bosch VitaFresh удобно использовать дисплей на дверце холодильного отделения. Он есть в моделях 4 и 6 серии. Дисплей позволяет легко задавать нужную температуру или включать дополнительные опции, такие как суперохлаждение, суперзамораживание или режим отпуск. В премиум моделях 8 серии на дверцах глянцевое стекло, поэтому панель управления находится над холодильным отделением. Начиная с 6 серии доступно удаленное управление холодильниками. С помощью смартфона и мобильного приложения Home Connect вы можете также полноценно управлять холодильником. Доступны все опции, что и при управлении через дисплей. Но делать это можно из любой точки дома, города или даже мира. Мне часто задают вопрос о реальной необходимости удаленного управления техникой. Я отвечаю так. Мобильное приложение не занимает места в вашей квартире. Это всего лишь несколько десятков или сотен мегабайт в памяти вашего смартфона. Но бывает, что удаленное управление действительно может выручить. В случае с холодильником, к примеру, можно удаленно включить режим суперзамораживания, если вы поехали в супермаркет за продуктами и забыли сделать это дома. А ведь суперзамораживание или суперохлаждение рекомендуется включать заранее, за несколько часов до пополнения холодильника свежими продуктами. Чем это неудобство? Нельзя не сказать и об очень разнообразной цветовой гамме холодильников Bosch VitaFresh.
Это важно, потому что обеспечивает широкие возможности для дизайнерских экспериментов на кухне. Если в наиболее доступных моделях серии 2 предпочтение отдано универсальной классике, есть белые, серебристые холодильники и холодильники цвета нержавеющей стали, то в серии 4 к ним добавляются модели бежевого цвета, цвета графита, медной стали, цветов эспрессо и капучино. Шестая серия добавляет к этой палитре еще черный металлик, а также модели с элементами золотого цвета в серии Gold Edition. Холодильники Bosch VitaFresh 8 серии – это премиум модели с дверной панелью из белого, черного или бежевого стекла. Разговор о дизайне мы не закончили, и вот почему. На технологической базе модели Bosch VitaFresh немцы разработали еще холодильники Bosch VarioStyle. В них реализованы все основные преимущества и полезные технологии, о которых мы говорили в контексте семейства Bosch VitaFresh. Главная изюминка в том, что владелец сам может менять внешний вид своего холодильника. Дело в том, что для холодильников Bosch VarioStyle доступны сменные дверные панели разных цветов. Вам только остается выбрать любимый. Может оранжевый, может цвет морской волны или даже пудрово-розовый. Это не проблема. Найдутся панели таких цветов. А еще вишневого, небесно-голубого, кофейного, матового черного, цвета аквамарин. Всего доступны панели 20 цветов. Не надо покупать новый холодильник, если, например, решили сделать ремонт на кухне. Просто поменяйте его цвет, и он снова отлично впишется в интерьер. По-моему, это очень круто. И съемные цветные панели для холодильников VarioStyle, и вообще цветовое разнообразие холодильников Bosch VitaFresh. И, конечно, полезные современные технологии хранения продуктов, реализованные в них. Напомню, здесь и no-frost, и многопоточное охлаждение, и эффективные зоны свежести VitaFresh и VitaFresh Plus с контролем влажности и температуры для увеличения срока хранения продуктов. Еще отмечу двухконтурное охлаждение, угольный фильтр против запахов, инверторный компрессор с 10-летней гарантией и пониженный уровень шума. Плюс не забываем о том, что габариты у холодильников стандартные для двухкамерных моделей с морозилкой снизу, а вот вместимость, полезный объем, немцам удалось увеличить за счет современных технологических решений. Скажу честно, я много холодильников знаю, многие мы снимали, делали подробные обзоры для нашего канала. И вот Bosch VitaFresh – это очень интересная история, как в плане технологии, так и в плане дизайна и вообще разнообразия доступных вариантов, в том числе по ценам. Так что если нужен новый холодильник, я бы при выборе точно взял шорт-лист модели Bosch VitaFresh.